Недавно в Омском Западно-Сибирском библейском колледже прошла миссионерская неделя, на протяжении которой студенты колледжа помогали в созидании двух новых церквей. Необходимо студентам иметь не только знания, полученные в классах, но также выходя на поле служения, когда они могут сталкиваться с людьми, с проблемами и вопросами, и могут получать практический навык. Нам очень приятно и отрадно, что две новых церкви, которые сейчас созидаются, это наши выпускники колледжа, и вот мы, по сути, колледж, помогаем этим двум новым зарождающимся церквям в том, чтобы развить благовестие в их канонической территории. Первый день недели был посвящен уборке подъездов. Студенты колледжа и прихожане церквей мыли подъезды домов, в которых уже несколько месяцев проходит группа по изучению Библии. Самое лучшее свидетельство, когда мы показываем свою веру не на словах, а на деле, считает пастор церкви «Твоя церковь» Владимир Желенков. Я вижу, как люди шокированы, они вообще не могут понять. Одна женщина даже сказала, говорит, я как будто во сне. Что, ребята, еще один чистый подъезд? Я еще одну традицию. Я думаю, если бы Иисус Христос жил в наше время, он бы тоже это бы делал. Детская площадка собрала во дворе много желающих поиграть и попрыгать на батуте. Вдоволь наигравшись, детей пригласили на кукольный спектакль, в котором актеры, управляя куклами, не прятались за ширму, а напрямую общались с детьми. После спектакля все дети получили в подарок магнитно-холодильник, сделанный вручную участниками миссионерской недели. Поездка в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» завершил миссионерскую неделю. Дети с удовольствием играли в игры, пели христианские песни и с интересом смотрели кукольный спектакль «История из чемоданчика». Миссионерская неделя стала уже ежегодной традицией для студентов колледжа. Делать добрые дела – хорошая традиция. Сергей Кузнецов, Рима Спиридонова, Анастасия Игнаткина специально для телеслужбы «Благих новостей».